Как по обстановке? Могу в кабинете доложить обстановку? Да, конечно. Или командный пункт будем пойти? Сколько времени располагаете? Сколько надо? Товарищ Верховный Главнокомандующий Вооруженных сил Российской Федерации. Оперативный состав действует согласно моему расчету. Заместитель командующего Ялов Сергей. Товарищи офицеры. Товарищи офицеры, здравия желаю. Газпром нефть? Да. И Транснефть, да? Вот весь комплекс имеет. Надо вам спасибо сказать. Да. Старинный. Да. Мне Владыка поможет подобрать? В некоторых университетах нет. Такого нет. Тоже такие токарные станки, дизайнеры. Значит, школа искусств, Корсунь, вот эти вот. Спальный корпус Артека. Спальный корпус Артека, который приезжает. Причем будем брать, мы уже сделали. Ну, здесь много всяких таких потрясающих интересов. Ночные службы, то прям под звездным небом. Вот. Это уникальный тоже. Вот смотрите, вот так вот. Ночная служба.